Стремление к необычности, к приключениям и романтике свойственно для нашей детворы. Спортивный туризм – это прекрасное средство, которое удовлетворяет такие потребности ребят. Славянские школьники во время летних каникул могут поближе познакомиться с этим удивительным спортом. В этом мы смогли еще раз убедиться, побывав в школе начальной туристской подготовки Славянского района, которая работала на базе 5-й средней школы. Опытные тренеры-преподаватели отделения спортивного туризма спортшколы «Белая ладья» приложили все силы, чтобы сжато и вместе с тем емко преподнести ребятам самое главное. Ежегодно у нас на территории муниципального образования проводится туристский слет школьников. И чтобы подготовить детей к этому туристскому слету школьников, а также вообще к разнообразной летней программе, когда дети ходят в походы, участвуют в слетах, сплавах, дать им минимальное какое-то представление об оборудовании, снаряжении спортивного туризма, об ориентировании, чтобы они, уже приезжая на какие-то серьезные другие мероприятия, владели всем этим сленгом, как говорится, и были готовы технически, физически. Спортивный туризм не нуждается в особой рекламе. Это направление очень популярно у юношества, в том числе и у учащихся из Коржевской 19-й школы, где работает туристический кружок. Это для ребят большой шанс попробовать себя во всех этапах. Хорошая подготовка к турслету, потому что еще предстоит им турслет. Да, мы ведем с Марией Петровной «Юный турист». Да, и не всегда есть возможность все эти этапы пройти, потому что в условиях школы не все получается. А здесь есть возможность все попробовать. Более близкое знакомство со спортивным туризмом стало для юных коржевчан интересным и запоминающимся событием. Это очень интересно, спортивно. Ты бегаешь. Это весело. Нам очень важно, когда нам показывают, как правильно преодолевать препятствия. Здесь очень здорово. Мне понравилось, как мы проходили здесь по карте. Мне понравилось снаряжение. Здесь очень круто. Спортивный туризм нужен подрастающему поколению. Движение, чистый воздух, физические нагрузки, общение – все это делает летний отдых незабываемым. А те навыки, которые приобретаются в процессе занятий туризмом, не станут лишними для ребят. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».